Всем привет! Бой 2 на 2. Против нас игроки из клана ArtPHCM. У меня в напарниках Борис Бритва. Так, вот он, желтенького цвета. Я красненького цвета на карте ринг. Ну что, друзья, в правом верхнем углу бойцы сопротивления. В нижнем правом углу конфедераты. Так, ну что, поехали. Разверточка. Давайте маленько ускорим, да, чтобы не утомлять вас этой разверткой. Она стандартная. Так, ну, ящики я собрал просто замечательно в этом бою. Наверное, вот это вот одно из преимуществ. Так, вот этот возьму. Нет, смотрите, даже до этого добежал. Нет, ну это вообще что-то с чем-то. Раз, все, взял. Представляете? Я собрал все ящики на карте у своего оппонента. Даже вот тут взял. Уже сюда не побежал. Так, расставляю пехоту в кусты. Напарник собрал тоже более-менее. Выхожу в море. Море у меня слабое. Так. И... Так, напарник тоже выходит в море собирать контейнеры. По морю я тоже неплохо соберу. Сразу выставляю тут экономику. Ставлю вот вышечку, да, антиразведку. Так. Торпедную платформочку поставил. И хочу вам кое-что сказать. Я практически зафулил ягуара. И сегодня мы посмотрим, как мой ягуар будет имбовать. Так, смотрите, забегает разведка. Очень наглым образом. С тыла базы, где я вообще не ждал разведчика. Так, вот, собираем контейнеры по морю. Так, сейчас, по-моему, вот этот тоже заберу. Так, точно забрал. Так, напарник тоже, смотрите, отжимает море. Ах, вообще красиво, прям из-под торпедки украл, можно сказать. Красавчик. Так, вот здесь я тоже несусь. И сейчас попрошу напарника взять его ящик. Сейчас вот увидите, да, вот он ящик. Сейчас я сначала его брать не стал. Просил разрешения. Смотрите, напарник дал добро, и все, я забираю. Вот такие у нас согласованные действия, да, происходят. Так, здесь что происходит? Идет крепость на разведку, напарник развивается. И, по-моему, я здесь решил играть егохамом. Да, я уже иду в 4 уровень штаба. Я тут ресурсов вообще просто вот космос собрал. Вот. Что за оппоненты, я не знаю. Вот сейчас идет разведка синего конфедерата. Разведаю синюю. Ничего интересного не видим. Видим, что улучшается верфь до 2 уровня. И ставится авиазавод. Ну ладно, думаю. Оппонент от меня отстает. Просто ужас как. Потому что я уже иду в 4 уровень штаба. У меня стоит вторая верфь. Я тут вот кайманчиков заказал. Тут вот на разведку. Одного, по-моему, сейчас вот отсылал. Пытался здесь разведать зеленого конфедерата. Ничего не получилось, разведал только часть базы, да, вот здесь то, что происходит, я не видел. Так, ну, здесь мы пока согласовываем свои действия, решаем, что и да как. Обстановку смотрим, кто чем будет играть. Ну, я уже решил для себя, что буду играть ЕГХАМом. Напарник еще в 3 уровне штаба. Так, вот он делает завод ягуаров. Снес верфь и ставит торпедные платформы. То есть напарник морем играть не будет, я так понимаю. Так, у меня здесь вовсю кипит работа. Завод до Хамелеона уже построился. Так, здесь вот торпедная платформа стоит. Накидал пару минок буквально, да, чтобы испугать оппонента. Если вдруг он пойдет. Здесь обнаруживается ящик. Я обрадовался. Здесь летает вертекс от синего конфедерата. Да, он посмотрел обе базы, что происходит вообще. Вот. И... Нас разведали, и сейчас оппоненты будут строить свою стратегию на основе этой разведки. Так, ну что, посмотрим, что будет происходить дальше. Так, напарник от моря оборонительные сооружения ставит, чтобы викингами не рашнули, не убили, скажем так. Так, здесь была моя разведка, и ничего интересного не увидел, по-моему, видел пустую базу. Так, у меня здесь готовится ЕГХАМ. У оппонента на базе пока ничего еще не было. Вот здесь замечаю викингов. 2 штучки. Думаю, ладно, не страшно. Напарник подсказывает мне, что нужно оборонять. Да? Вот я тут заказал аллигатора. И сейчас поставлю торпедную платформу. Да, точно ставлю.
и иду в атаку. Два хамелеона есть, несколько ягуаров, все, иду в атаку. Ай-яй-яй, жестко-жестко меня спалили здесь. Уничтожили мне что-то, уничтожили. Дикобраза, по-моему, одного или ягуара. Так, ну, здесь иду в атаку. База-то пустая, да? Он как бы в море вышел, я тут быстро выскочил в ЕГХ. Все, у него как бы тут на базе-то ничего нету. Ну, посмотрим, как я сейчас буду атаковать пустую базу. Так, смотрим. Ракетная установка. И здесь, смотрите, зеленый конфедерат посильнее. Он пригнал своих зевсов на подмогу. Вот здесь я, конечно же, отступаю. У меня всего лишь тут 3 ягуара, 2 хамелеона. Плюс еще вот вертексы летают. Зеленый конфедерат прислал на подмогу синему, и мне приходится отступать. Так, что делаем дальше? Копим до заказ 2 завода ЗШМ, 2 ЗСМ, 1 до хамелеона, 1 до дикобразов. Так, напарник тоже идет в атаку, давайте посмотрим. Напарник тоже выдвигается в атаку, и я принимаю решение. Вижу, что у него небольшой ЕГХ, у меня небольшой, соединиться отрядом, да, и проатаковать вместе. Потому что зеленый Зевса своих отправил синему на помощь, да, пока вот он тут возвращается своими медленными Зевсами, мы попытаемся проатаковать. Вот, вижу, что напарник заезжает здесь, а я тем временем решил проехать вокруг. Но здесь вот эти вот злостные Зевсы, так, тоже здесь катаюсь, у меня всего лишь 3 ягуара, да, и я тут вот... Просто вот еще до заказа у меня подходит, просто катаюсь, отвлекаю на себя внимание. Синий тоже, смотрите, выдвигается в атаку. Так, и здесь сейчас я, по-моему, буду делать вот расстановочку и его встречать. Да, буду делать расстановочку сначала на красной, ай-яй-яй, сначала на красной атаке, потом вот сейчас буду на золотой. Смотрите, принимает решение проехать мимо меня, но не тут-то было. Я его здесь аккуратненько отгоняю. Так, что напарник? Напарник сейчас будет пытаться тоже атаковать, собирает до заказ, 2 хамелеона у него имеется, и имеется 2 ягуара. Смотрите, что происходит здесь, на правом фланге и на левом одновременно идет атака флотом 2 конфедератов. Они оба сразу же пошли в атаку. У напарника здесь было, если вы помните, то ли 5, то ли 4 торпедные платформы, викинги, смотрите, их пробивают. Вот это, конечно, да. У напарника имеется ЕГХ, он отбивается. Здесь у меня что происходит? Настраиваю торпедку и 2 отбиваюсь, тоже отбиваюсь. Здесь пытался проатаковать, отвлечь его внимание, да, потому что, смотрите, сейчас поставлю на паузу, секунду. Когда он атаковал морем, он все свои войска утянул на базу. То есть он не может сейчас контролировать, он контролирует вот это. Я решил проатаковать. Решил проатаковать вот эту вот часть, но потом передумал, как бы, да, и он тут вот викингов своих тоже посливал. Так, что происходит дальше? Напарник копит до заказ, я иду в атаку, пытаюсь здесь как-то вот проатаковать с холма. Так, грады накидывают, вот сейчас пытаюсь проатаковать, но ничего не получается. Отступаю, потому что очень много здесь армии. Вот, свою армию тоже терять нельзя. Пробомбили торы, как вы видели, да, промахнулись. Вот, я здесь собираю до заказ. Так, собираю до заказ. И сейчас буду встречать армию синего конфедерата. Он как раз выезжает. Вот здесь моя ошибка. Смотрите, я уезжаю. Не надо было уезжать, нужно было вставать поближе, да, и вот расстановочка под хамелеонами, и встречать вот этих вот зевсов, да, штучки 3-4 я бы точно шлепнул. Так, смотрим, напарник атакует небольшим ЕГХ-ом, я это вижу и сразу же выдвигаюсь к нему на помощь. Так, пока здесь напарник огребает, вот, я выдвигаюсь к нему на помощь, и сейчас... Поддержу его атаку. Здесь пробомбили, по-моему, торы. Да, пробомбили торы. Попали. Напарнику отряд уничтожили. Я начинаю на себя как бы отвлекать зеленого, да, потому что напарнику нужно собрать до заказ. Вот у него здесь как раз до заказ собирается. Вот. Я начинаю отвлекать на себя внимание. Напарник говорит, чтобы я атаковал градов, да, их нужно уничтожить, потому что они очень мешают, чтобы... В общем, мешают напарнику. Так. Я здесь пытаюсь как-то вот уйти от залпа градов, да, вроде бы как бы они по краешку тут достают,
ракетную платформу, пока вот пытаюсь уронить, уронил. Ну и смотрите, здесь я в ловушке. Вот сейчас мне нужно уходить. Но с одной стороны накидывают грады Зевсы, и с другой стороны Зевсы. Что делать? Я стою на месте, потому что напарник, сейчас я вижу, что он подходит аккуратненько, потихонечку, пока я тут отвлекаю на себя внимание, он сейчас вот врывается на базу, да, и начинает атаковать тоже. Вот, моя армия слита, но у меня имелся дозаказ, про дозаказ не забываем. Дозаказ скапливается прямо здесь, но вот беда, нет хамелеонов. Нет хамелеонов, и сейчас будет сюрприз. Так, напарник здесь им будет. Вот, пока я отвлекал на себя внимание, он аккуратненько зашел с тыла и проатаковал базу зеленого конфедерата. Так, и вот здесь сюрприз. Смотрите. Летят утки. Летят торы и бомбят мне завод до хамелеонов. Я его только заказал, хамелеона, а они его уничтожили. Вот это было просто обидно. Но есть у меня один хамелеон. Вот он остался. Один хамелеон у меня. И сейчас смотрите. Напарник здесь очень хорошо понерфил Зевсов зеленого конфедерата. Смотрите, по одному они подходят. Он их перещелкивает очень хорошо, да? Что делаю я? Смотрите, вот у него еще подошел дозаказ с хамелеоном. То есть база зеленого конфедерата постепенно пробивается. Что делаю я? Жду хамелеона. И сейчас пойду отвлекать синего. Но разведка докладывает, что синий идет на базу зеленого, да, он сейчас будет ему помогать. Что делаю я? Я иду на базу синего конфедерата и сейчас попытаюсь проатаковать его с одним хамелеоном. Да, вот смотрите, летят торы, попадают вообще четко. И ЕГХам напарника просто растаял. Так, здесь идет восстановление, можем наблюдать. Четвертый штаб практически был уронен, но не уронили его. Так, я здесь иду в атаку, пытаюсь проатаковать базу синего конфедерата, пустую базу. Смотрите, сколько стен, ужас, просто ужас. Так, вот здесь вот у меня небольшой недоконтроль, нужно было подвинуть ягуаров, ну чуть-чуть поближе, прям чуть-чуть поближе, да, и прям вот четко сразу можно ронять все, что вот тут вот лежит, да, но чуть-чуть я не достаю, буст не прожимаю, вот здесь вот отвлекаюсь, здесь идет атака на меня, меня здесь пробивают, все, меня пробивают. Вот сейчас сделаю расстановочку, поближе встаю и пытаюсь уронить штаб синему конфедерату. Мой последний рывок. Смотрите, идут зевсы. Ну это жесть просто. Так, напарник здесь им будет. Сносит базу зеленого конфедерата. Я здесь, значит, пытаюсь уронить штаб. Уронил штаб! Отлично! Ай, мне выбили хамелеоны, и я сразу же отступаю. Я сразу же отступаю. Мне выбивают. Сейчас уже добивают этот, как его, базу, сносят заводы. Все, я здесь умираю. Но зеленый почти снесен. Вот. Напарник здесь одним ягуаром пытается его добить. Вот у него еще идет дозаказ. Я, значит, войска отправляю на центр карты, да, потому что сейчас на меня пойдут зевсы синего. Вот я их здесь встречаю своими ягуарами. Так, и говорю напарнику, что буду атаковать зеленого, потому что армии здесь нету. Вот. Но потом вижу, что армия подходит, вот, и иду все-таки ближе к своей базе, да. Сначала думал атаковать викингов, вот, напарник говорит, типа, вот, иди к своей базе, да, обороняй ее, но я боялся потерять своих ягуаров. Но вот тут сейчас будет сюрприз. Ягуар у меня по урону и по броне прокачан, я его прокачал, он у меня ранговый, можно сказать, 23 ранга. Вот, смотрите, идут зевсы, и вот мои ягуары. Сейчас будет сражение. Сейчас будет сражение голых зевсов, голых ягуаров. Да, вот у меня только-только ставится ягуар, и пошла атака, голд-атака. Все, смотрите, зевсы просто тают. Вообще просто шик, я вот просто в шоке. Ягуар 23 ранга по урону и по броне. Просто в шоке, смотрите, разносит, просто зевсов разносит в хлам. Вот это да. Плюс у меня 9-я ветка умений, я уверен, что у оппонентов она больше. Так. Просто вот. Все, в хлам.
Я просто, вот если честно, доволен. Ягуар 23-го ранга просто им будет. А вот тут у меня, конечно, управление и недоконтроль, да, а так, я думаю, в большом плюсе бы остался. Так. Здесь сносит мою базу. Напарник идет атаковать синего конфедерата. Так, засмотрелись на моих ягуаров. Давайте посмотрим на напарника. Напарник начинает атаковать синего конфедерата, да, смотрите. Имеются торы, поднимаются торы. Сейчас будет бомбежка. Сейчас будет бомбежка. Напарник это видит, смотрите, сразу же уходит. Отлично. Пытается войска вот под хамелеон убрать. И еще раз пробомбил тор. Промахнулись. Так, что будет дальше? Мою базу добирают. Тут вот буквально у меня 3 ягуара осталось. Напарник идет в атаку, подбирается ближе и сейчас будет ронять аэродром с торами. Это первостепенная задача, уронить аэродром с торами, чтобы они больше не бомбили. Я так понимаю, зевсов у синего конфедерата особо нету, да, вот имеется щит и один зевс, но и база синего конфедерата начинает сноситься. Но вот незадача, зеленого конфедерата никто не контролирует. Вот этот момент упустили оба. Так, здесь смотрите, сносится синий конфедерат. Что делаю я? Бегу на разведкой пехотинцам и выдвигаюсь ягуарами на голод разведки техники, да, чтобы вот сдержать вот это вот развитие. Потому что зеленый конфедерат, он очень сильный. Так, ну что, база синего конфедерата сносится. Все вот эти вот строения сносятся. И сейчас будем пытаться уничтожить зеленого. Я тут своими двумя ягуарами бегу на скоростях. Штаб не восстанавливаю, потому что здесь дежурят викинги. Так, и начинаю сносить зеленого конфедерата. Смотрите, вот эти вот строения близлежащие, да, уже на красной атаке, да. И вот здесь подходит напарник с ягуаром и с хамелеоном. Ну, все прям вовремя, все четко. Здесь вот еще до заказик был. Так, ну и все, и начинаем сносить зеленого. Синий снесли, синего, и сносим теперь зеленого. Так, ну, в принципе, я думаю, исход боя уже ясен. Вот такой вот бой, друзья. Вот так вот мы выиграли у этих сильных конфедератов. Здесь я уже начинаю восстанавливать базу. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Лайкосики не забываем прожимать.